Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В столице к вечеру понедельника появится гололедица. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Александра Синенкова, в начале дня температура воздуха составит 1-3 градуса тепла, а к вечеру столбики термометров опустятся до 1-3 градусов мороза. При таких условиях на столичных дорогах образуется гололедица. Водителям рекомендуется уменьшить скорость и увеличить дистанцию между транспортными средствами. На этом пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!